Самый молодой государственный праздник, День России, будет широко отмечаться по всей стране, от Владивостока до Калининграда. Накануне праздника доброй традицией стало проведение акции «Ленточка Триколор». Активные общественники рассказывают славянцам о приближающемся празднике и вручают им ленточки, которые стали одним из запоминающихся праздничных символов. Сегодня славянская молодежь раздает ленточки триколора и поздравляет жителей района с наступающим праздником. Мы очень рады принимать участие в этом мероприятии. Ленточка очень важна для нас, потому что она символизирует триколор, флаг нашей страны. Флаг для нашей страны – это гордость, гордость наша за наше государство. Он символизирует наше настоящее, прошлое и будущее. Ленточки в цветах национального флага вручались не только славянцам, но и гостям нашего города. Для соотечественников это было особенно приятно и трогательно. Все время, каждый год приезжаю к родственникам, к брату, к маме. И, в принципе, я с России все время. Единственное, что я благодарна тому, что нам, соотечественникам, можно ездить без визы. Это нам большой плюс. И, Россию я люблю, конечно, и гордость испытываю за успехи России, и переживаю за неудачи какие-то, переживаю за людей, может быть, за простых, которые внутри страны. Но я приезжаю в свою стихию, в родную среду языковую, поэтому я переступаю эту границу, я у себя дома, а там я в гостях все равно. Главная цель акции – выступить настоящим патриотическим символом единения народа, связи гражданина со своей страной. И этого удалось добиться. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События».